Лисье утро начинается. Ну что, злая лиса ушла или еще тут? О, кто-то даже опрокинул лежанку. Ну давай посмотрим, как там со злой лисой дела. Кто-то выкинул кусок мяса из своей норы. Давай это на место положим. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо встряхнуть твою лежанку, а то она вся в песке. Ну что, гладится? Ну... И вот пришли собаки. Пошли. Пошли завтракать, Алиса. Все пришли тебя поприветствовать. Собаки. Пошли, скрипучка, пошли. Вставай. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, поднимайся, поднимайся. Пойдем. Пойдем, пойдем. Какая ты вредненькая. Нет, будешь валяться. Ой, делает вид, что ей так не хочется куда идти. Ну ладно, ладно. Пойду я за едой схожу. Еду будешь? Еду? Да, я пошел уже. Пошли. Идешь? Ну, сейчас. Да, да, да. Ты все-таки решила встать, когда я вышел? Ой, там Макс. Если что, никто не болеет. Просто лиса хандрит. Я ее разбудил, потому что... Ой-ой-ой-ой, побежала. И белый тут же. Макс, пошли все на завтрак. Все на завтрак. Лиса вперед всех. Сразу что-то где-то хочет найти. Ой-ой-ой-ой. Пойдемте. Да. Белый, сюда ко мне. Белый. Представьтесь, пожалуйста. Эй. У Алиски сегодня среднее настроение, конечно. Ну, ложись.
после сна. Ну, зубки такие у тебя не маленькие. А прикидываешься такой милый. Лапы чешутся. Линька. Алиска у тебя линька. Да. И обнюхиваешь диван свой. Какие новости лисьей жизни? Я знаю, что ночью копала свое логово. И утром еще даже оттуда выкапывала. Потом спала. Да? Ела мало. А теперь вот пришла. Да, да, да. От меня пахнет обедом. Я тоже так умею. Ну, теперь еще 2 часа спать на диване. О-о-о. Рыжая, ты всю ночь работаешь, весь день спишь, а в промежутках еще приходишь у меня поспать. Причем я пришел в кабинет, она увидела из своей лежанки, что я пришел в кабинет, быстренько слезла из лежанки и бегом в кабинет и в дверь стучаться лапами. Причем стучится очень забавно. Она на задние лапы встает и по стеклу такая пузом и всем остальным. И тянется верхними своими лапами к ручке такая. Прислоняется к стеклу вплотную, чтобы пустили. И потом приходит и вот так вот дрыхнет. Да. Ну все. Если вечером будет хорошее настроение и желание побегать, то я обязательно это сниму, покажу. Все.